Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами снова я, Карбончик, и Утгард, где падла, Утгард, ладно, Утгард позже появится, и мы снова сегодня, значит, продолжаем играть в Skyrim, вот мы как раз вернулись в Астрид, после того, как мы устроили, значит, небольшую резню на свадьбе, убив невесту, это было, наверное, очень подло, жених очень сильно расстроился, так, мы доложим об этом Астрид. Виктория Виччи, кузина императора. Дальше промолчим. Благодаря убийству Виччи мы встали на путь, по которому темное братство не шло много столетий. Нас ждет убийство императора. А теперь твоя награда. Уникальное заклинание. А, ну и конечно. Что ж, пора переходить. Что же, как вы поняли, в прошлый раз нам дали этого чудика. Вот, у него странное имя еще было. Давайте посмотрим, в этот раз нормально будет у нас имя этого чудика, или опять нас будет косячный. Так, магия. Все. И где у нас сейчас найдем, поищем. Смертельный приговор. Шоп. Давайте-ка откроем, наверное, открыть. Потратить душу. Что это такое? Ваш голос и крик не шепот показывает вам жизненные токи всех. И каждого это вообще туфта какая-то. А, ну это, наверное, сквозь деревья будет видно, сквозь стены, там все такая херня, короче, типа. Что-то типа, не знаю, тепловизора. Водяное дыхание. Так, где уж он наш братюнь-то? Пламя, плащ, молнии, смертельный рывок, так, ярость, наверное, не здесь. Так. Так, слушай, где ты мне дала этого чудика? А, вот. Вызов призрачного ассасина. Итак, сейчас мы зайдем. Так, блин, сразу начали не могла дать предметы. Нет, не предметы, магия. Все. Вызов призрачного, так, ассасина, сейчас найдем. Вот. Нет, не то было. Надо добавить эту херню в этот вызов призрачного ассасина. Как мы вчера сделали, только у нас, похоже, не сохранилось то место. Ничего страшного, мы немного потеряли. Так, в избранное. Убрать все, в избранном уже есть. Призрачный ассасин. Да что ж такое, что ж за хера? Это хера нет, а? Его должно по-нормальному взывать, не знаю. Что-то у меня, наверное, с версии Skyrim, но вроде на стимовской он, как вы видите. Так, вот, сейчас, блин. Вот, видите, надо же Steam, блин, ну, не знаю, что за херня, ну и черт с ним. Так, ладно, и идем потусуемся. Красный стыкут квест идет. Нужно что-то. Да, так, ну это спрашивают мнение, мне как-то что-то мнение сейчас пока что не особо интересное. Матери, ну вот чё какой-нибудь херня. Ты, наверное, говоришь о дельце с каравана. Привет. Дорогой брат, я ждала тебя. Появился следующий контакт. Как наверняка уже говорила Астрид. Да, кого детали? Теперь император наверняка прибудет в Скайрим. А значит, его телохранители, Пинитус Акулатус, вынуждены будут начать приготовление к визиту. За безопасность отвечает командир Марон. Мы с Астрид придумали, как его сломать. Так мы пробьем брешь в защите императора. Ее задача убить Гая Марона, сына командира. А когда он умрет, спрятать на его теле подложные улики, которые будут указывать на его участие в подготовке покушения на императора. Что-то намного болтает, конечно, лишнего. Собирается выехать из форпоста Пинитуса Кулатоса в Драконьем мосту и провести инспекцию всех городов Скайрима. Отправляйся туда. Дождись отъезда Гая Марона и двигайся за ним. Подстереги его в одном из городов и отправь его душу к Ситису. Все, больше болтать не надо. На его теле подложное письмо. А дальше положись на судьбу. Мне больше всего понравилась история с отрубленной головой. Мои поздравления. До встречи, брат. Это даже ребенку было под силу. Брат? Да, да. Ребенка был под силу. И то, что я херню типа сделал. Нет, ну правда, было несложно, на самом деле, так подумать. Вот если сейчас я убью тарантула, они будут меня мочить. Смотри, сейчас мы сохранимся. Смотрите, убиваем тарантула. Блин. Так, огненная стрела. Смотрите. Им жалко паука. На, поща мне. Паучка жалко. Вот чудные, а. И у вас, наверное, возникает такой вопрос, а если такая херня произойдет, ты там кого-нибудь заденешь, что же я потом вот не смогу пройти всю игру? Понятия не имею, возможно, в смысле всю игру, в смысле не сможете пройти... нет, возможно, можно будет убежать, через какое-то время вернуться, у них такая херня забудется, можно будет заново проходить. Но это все тоже
мудно, как вы понимаете. Так, у него это... Это халявное, типа... Нет, не халявное, дешевое издание, типа, сбегай за мочи, я тебе заплачу копеечку, да? Вот интересно, придет ли день, когда мы будем им действительно есть? Три, если быть точным. Первый, Никус, грабитель затонувших кораблей. Дальше Маран, этот лесной эльф, держит плат... Он, органианский бизнес, он опытный волшебник. Возьму, а потом разберемся, сдавать, не сдавать, я же не обязан. Просто возьму пока что и все. Так, мы с тобой уже все... Дорогой брат, я ждала тебя. Появился следующий контакт, как наверняка уже говорил. Так, мы же с тобой обо всем поговорили. Погоди. Теперь император наверняка прибудет в Скайрим, а значит его телохранитель... Что за ересь-то, я не пойму. Поговорить с Габриэлой. Поговорил, ваш мать. Вынуждены будут начать приготовление к визиту. Дорогой брат, я ждала тебя. Теперь за безопасность. Твое задание — убить Гая Марона, сына командира. А когда он умрет, он собирает... Отправляйся, когда он... Да, и последнее. Чтобы заслужить премию, не убивай Гая Марона ни в Драконьем мосту, ни на дороге. Убей его в одном из крупных городов. Там тело скоро найдут, а значит, найдут и письмо, которое уличит Гая Марона в заговоре против императора. А вот это важная информация. Сделай это, и с разрешения Астрид я подарю тебе нечто особенное. Это специальный знак, который нужно отдать Алаве Немощной в Айтране. Алава — наша старая и добрая подруга. Она сильная провидица. Этот знак позволит тебе увидеть собственное будущее. Такой возможностью никому пренебрегать не следует. Украсть все Так, дополнительно, сейчас поспрашиваю, у нас дополнительное задание лучше выполнять. Я вам уже это говорил не раз, наверное, что дополнительное задание в темном братстве нужно всегда выполнять. Украсть расписание поезда Гая Марона, убить Гая Марона. Ну что ж, пошли. Сначала украдем расписание. Потом убьем его именно в городе, как она сказала, а не где-либо еще. И что-то еще там какое-то важное было, типа, увижу будущее. Насколько я помню, за одно из таких заданий, то есть я выполню их, как сказать, дополнительное задание, то есть выполню по полной программе, вместе с дополнительным, с всеми условиями, мне дадут коня бессмертного, он, короче, бессмертный и вообще крутой, и все такое. Это еще здорово, блин, и он будет мой, его не нужно будет покупать, он будет бессмертный. Что еще нужно, блин, я не понимаю. Он будет всегда ваш, он будет всегда с вами. Правда, лучше его не оставлять нигде, можно забыть потом, где ты его скорее оставил. Чё за звук? Это был волк? Или собака? Или мне показалось? Она сейчас сидит и думает, у коробочки глюки. Чё за звук? Может, птичка была просто? О! А где наша... А, она же не может войти, точно, я забыл. Ты же не можешь заходить в темный братство, ты же не член братства. В ее время тоже убивали императора. Увы, темное братство не имело чести это сделать. Понятно. Так, ну что ж, нам нужно вон туды, туды, надеюсь, там у нас открыта локация. Дополнительно украсть расписание. Ну, давай с тобой тпшнемся. Нет, там мы не можем попасть, потому что там не город, ничего, там просто местность. Давайте тогда сначала фермы котлы переместимся. Пока мы будем перемещаться до фермы котлы, по-любому он уже будет в другом месте. Если он передвигается, то по-любому он сейчас переместится в другое место. Пока мы идем, он, следовательно, тоже идет. А это очень накладно. Нужно, короче, будет рассчитать. Это все так печально, вообще нудно. А куда деваться? Сейчас посмотрим, куда он денется, пока я перемещаюсь. Так, теперь смотрим на карту. Пожалуйста, он уже тут. А, нет, он не сильно далеко продвинулся. Так что пошли за ним пешком. Желательно бы коня купить. Сколько у нас сейчас денег-то есть? Достаточно, чтобы купить коня? Сейчас посмотрю. 17 тысяч, да ладно, не обедняй. Давайте купим коня, если он здесь есть вообще. У тебя какие-то... Я тут для того и стою. Назови свою цену. Одна золотая. Этого вполне достаточно. Твоя та, что с седлом. Делай пару остановок по дороге в Селитюз. Полюбуйся.
Опять лошадка назад как-то криво, блин, вообще ересь какая-то, а? Так, ладно, идем, лошадка. Мы еще пока ни разу не прыгали по Скайрим на лошади, правда? Это будет первый раз наш. Надеюсь, я не убью ее на каком-нибудь этом. С какого-нибудь пады, с какого-нибудь камня, блин, как сейчас, наверное, у меня получится. Осторожно, осторожно, осторожно. Оп, молодец, хорошая коняшка. Правда, не бессмертная, конечно, но тоже ничего. Она, по-моему, даже плавать умеет, точно не помню. Так, скачи, мой верный конь. Да, умеет наплавать, точно. Так, где наши помощники? Наверное, сзади. Ладно, плыви, конь, плыви. Так. Прыгает он, по-моему, на пробел, что ли? Ё-моё. Ну, вроде на пробел. Нет, он прыгает, когда необходим, по-моему. Он просто так прыгать не станет, он же не дурак. И же вам не GTA San Andreas, нажал, и он прыгает как чудно и постоянно. Блин, это вам коняшка. Так, эти цветки я вообще ненавижу, не вечно жужжат. Я их пособираю тут для того, чтобы они не жужжали. Блин, нет, они не действуют на нервы. Так. Так, тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Если мы перепрыгнем, что ли? Конь, освободишь, перепрыгнешь? Прыгай, прыгай, нет, только... А-а-а, сейчас мы упадем, конь, конь, конь. Конь! Прыгай, прыгай тут, давай, давай, давай. Ай! А, нет, тут не сильно высоко было. Да. Я тоже переочковал. Ну-ка, здесь запрыгнешь, здесь пройдем, здесь пройдем, должны пройти. Оп. Молодец. Оп, запрыгай, запрыгивай, давай, запрыгни, пожалуйста. Ну, ладно, так, пройдем. Отлично. Хорошо, скачем. Вроде пока без приключений никого не встречаем. Сейчас может по дороге встретиться какой-нибудь дракон. Мочи его, блин, пока он от нас уезжает наш... Кто-то там у нас там от нас едет. Какая нахрен разница, кто от нас едет. Главное, что пока он, блин, от нас уезжает, мы будем мочить дракона, он будет все дальше и дальше. Это же нам не нужно. Давайте посмотрим, где он сейчас по карте. Итак, он... нам совсем недалеко до него осталось-то. Он, похоже, не слишком быстро движется. Так, нам нужно что-то украсть. Прежде чем убить, нам нужно что-то украсть. Давайте украдем, прежде чем мочить. Не быстро он движется, правда, на рубежком идет. А мы-то на коняшке. Драконий мост. Итак, где у нас этот засранец? Он в каком-то доме, наверное. А, вот он. Конь, стой тут пока. Я знаю, знаю. Но все равно помни все, что я тебе говорил. Будь начеку. А когда доберешься до городов, сделай свои наблюдения. Так, зашли. Важно, чтобы здесь никого не было в этом доме, иначе это будет очень плохо. Заблудились. Твою мать! Наверное, дальше, по дороге. Че ж, может, убивать, что теперь придется, а не пойму, а? Так, для чего вас украсть-то можно? Поверь мне, нам не о чем разговаривать. Распорядок Гаймарос. Сейчас не лягут спать, наверное, оба. Этот выйдет, а этот лежит спать. Чудесно. Выполнено, отлично. Спи, говно вонючее. Пошли отсюда. Все получилось проще, чем я думал. Я думал, что это с трупами. Я верю, верю. Нам нужно убить в одном из больших городов. Следовательно, в этом городочке слишком малова для такого дельца. Придется за ним идти. Долго идти. А куда деваться? Итак, куда он нас сейчас пойдет, ближайшее место? Он сейчас, нас, скорее всего, идет в... Драконий мост, это вообще нет ничего. Если он идет, конечно, в Селезьют... Можно, конечно, делать вот так вот, скажем. Сколько ждать? Час, да? И смотрим, где он находится уже. За час, куда он дошел. Твою мать, где он? Не понял. Как он это сделал вообще? Виндельхельм. Как он вообще так умудрился сделать это за час? Я думал, он сейчас там пройдет метра три. Сейчас, возможно, придется вообще отмотать сохранение. Сейчас он, возможно, не будет в Линдельхельме, как мне хочется. Пока я перемещаюсь, он еще куда-нибудь уйдет, зараза. Отъедется он быстро, однако же. Где он? Зашибись, блин, а. Так, нет, давайте-ка мы загрузить игру. Итак, откуда мы загрузим? Не. Да. Отсюда мы и загрузим, пожалуй. Наверное. Сейчас посмотрим. По-моему, это не то, конечно, сохранение. Здесь мы как раз-таки про
Поспали. Вот, наверное, надо предыдущий загрузить, как раз мы вышли из здания, по-моему. Будем идти за ним, посмотрим, как он так быстро вообще движется-то. Может, он бегом идет? В чем я сильно сомневаюсь? Ну-ка. Да, это как раз предыдущее сохранение. Сейчас мы туда загрузить игру и возьмем вот это, скажем, сохранение. Это что, мы как раз вышли из здания. Да-да-да-да-да, точно. Заходим. Вот, идем за ним потихонечку. Конди, потихонечку. Как там? Потихоньку-то. На альт, что ли? Да, на альт. Где наш этот? Он тоже. И дух со мной, и все со мной. Конь тоже будет сражаться, боюсь, кто не знает, то вот, потому они и умирают. Если бы они убегали, они не умирали бы. Они тоже помогают не в бою, обычно там копытами херачат, и при том тоже нехило. Поэтому тот бессмертный конь, он будет еще один, так сказать, помощник в бою, вообще будет зашибись. Правда, они, конечно, только на улице помощники, то есть в подземельях, конечно же, конь не будет с тобой ходить и мочить там своим копытом. Нет, он будет оставаться около подземелья и ждать, пока ты выйдешь. Вот так вот. Желательно потом возвращаться за ним и забирать, если вы вышли с другого там хода. Коня нужно... Он обычно, если вы недалеко, то он прибежит к вам. Если вы далеко, не знаю, может, они потом приходят... Я не знаю точно про коней, может, они потом приходят в город или еще что-то. Как вы понимаете, я заплатил за коня не так много, следовательно, я могу легко его потерять. Когда плачешь за коня... Ну, по цене сразу понятно, что конь не больно-таки бессмертный. Ладно, я пока вырублю запись и посмотрим, докуда он дойдет. Когда дойдет до города, я обязательно включу. Вот блин, а? Встретили тролля, не дай бог, хоть мой парень сдохнет, это же будет вообще жуть. Блин, в кого я опять? В Утгард, бедная Утгард, она меня теперь ненавидит, наверное. Какого черта ты ходишь, блин? Так, а какого черта я вообще хожу? Ты на что-то нажал, наверное, да? Может, на каплок? Нет, не на контрол, нет. Не на альт? Теперь на альт бегаю. Какого черта на альт бегает, я не пойму. Что за ересь-то? Ну-ка, давайте посмотрим в управление, что за херота-то, ё-моё. Жалеть-то не кажется чудным, что он идет абсолютно один. С таким важным заданием, без сопровождения, да еще и без коня. Просто тупо пешком идет один человек с таким важным заданием. Мало того, он... Мы на протяжении всей игры идем за ним вот, по пятам. То есть вот прям вот дышим ему в самую спину. Притом за ним идет, не знаю, Катан Маг идет за ним. Так, это у нас сейчас активируем этот у нас видение в темноте. Это у нас возможность катана. Вот. Какая-то девка, блин, стрёмная, с огромным топором, или там, чё у неё там, я не знаю, чё у тебя, в случае вот меч, там, здоровый, короче, со здоровой палкой за спиной, и дух это вообще жестоко, по-моему, вообще, по хардкору, а он так идёт спокойно, типа, за мной никто не следит, всё нормально, только когда прям в упор подходишь, отойди, гражданин. Меня важное дело. Вот только тогда он начинает что-то говорить, но ты отходишь на него на 3 метра, долбанных 3 метра, это же нет, ничто, а он дальше идёт спокойно, как будто за ним никто не идёт. Вот. Кстати, нам не совсем недалеко осталось. Вот, смотрите, нам до Солитьюда осталось прям совсем ничего. Здесь внимание, что мы добрались до Солитьюда, на нас никто не нападает. Это же стражник Солитьюда, мать его. Он мне то, что сказал. Здесь убили тут такую-то девушку, там все такое. Вот, смотрите. Так. Ладно. Идем быстрее, давай, иди, чувак, быстрее, ради бога. Давайте посмотрим, что нам эти скажут. Так, это про драконов нам стирает. А, ну да, это у нас государственное дело. А у тебя что за государственное дело? Типа сопровождал, что ли, его, не пойму? Нет, ты не сопровождал его. Гражданский. Так, ну что ж, давайте убивать. Желательно сделать тоже незаметно, иначе меня опять нападут стражи, мне опять придется не находиться определенное время, не находиться в этом городе. Не знаю, кто замел за мной следы, чтобы меня не убивали. Обычно нужно в городе очень долго не находить, чтобы по тебе забыли. Отойди, гражданин. Убирайся от меня. У меня важное дело. Так. Итак, нам нужно как-то сделать беспалево. Возьмем лук тогда, что ли? Да, возьмем лук. Все равно мы убьем его с 2-3 ударов. Так, нам нужно, чтобы он как-то прошел, чтобы здесь не было никаких стражей и все такое. А вообще, конечно, стражи здесь расположены так, что они в любом случае что-то должны либо заметить. Но можно куда-нибудь засесть, спрятаться и замочить, если попробуем отсюда. Нет, тут этот одноглазый мудак стоит.
Так, как же мне теперь его... Тут нас тоже кто-то видит, но тут дракончик, блин. Сейчас я попробую сверху что-нибудь сделать. Странно, что здесь никто не атакует за такое короткое время. Забыли, что ли, все? Так, здесь нас кто видит, я не пойму. У меня есть одно небольшое дельце. Интересует? Да, он оказался сильнее, чем я думал, так что придется нам брать огненная стрела. Опять я в отбит попал, ёлы-палы. Что за фигня? Это было что такое? Блин. Я не подумал, что они мне нападут стражи. Они опять напали. Ладно, загрузка автоматически. Сейчас загрузим. Люди, но все равно сохранились, так что это на все нормально. Отойди, гражданин. У меня важное дело. Твое важное дело закончится очень скоро, братюня. Так. Ну давай, иди ты быстрее до туда, куда я планировал, откуда тебя планировал замочить, значит, ты поднимешься наверх, поэтому я сразу пойду поднимусь это наверх. Меня не интересует, Джарри. Повторяй, сколько хочешь. Джарара. Джарира. Джарира. Потом возьмем у него задание. У него интересных задание, одно из интересных. Нужно будет ночью выполнять. Тоже поставился, это вообще круто. Блин, отлично, поднялся. Все еще раз придется подняться. Так. Иди сюда быстрее. Да. Ай. Так, вот отсюда будем начать стрелять, да? Потому что, если я стою вон там, то у меня вон те палят, а здесь никого вообще никто меня не видит. То есть тот хер поднимается до сюда, тут начинаю его мочить. Ай! Так, смотреть письмо от отца, забираем. Даже что-то подкинуть ему, по-моему. Свитки, 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 ключи, книги. Загадочная записка. Нектар, письмо от отца. Так, как же будет называться-то? Ночь про... Наскоро нацарапанная записка. Компрометирующее письмо. Выполнено. Подбросьте письмо на труп Гая Марона, вернуться к Габриэле. Уходим отсюда. Уходим отсюда. Уходим отсюда, ребята, уходим. Не убивайте там никого, желательно не убивайте. Просто уходим и все. Ох, Средсюд точно будет меня ненавидеть со временем. Сука, здесь натворил уже делов. Почему на Средсюде все время косячу, я не понимаю. Ну, мы сделали то, что хотели в большом городе, как и требовалось. Летит все-таки не маленький город, я считаю. Вот. Опять в Слетюде произошло нечто. Блин, бежать, бежать, бежать. Опять началось то же самое, а? Ребята, не сражайтесь с ним лишний раз, а? Уходим, уходим, уходим. Да что ж такое-то, а? Дай бог, они умрут там. Нет, но если умрет, например, дух, то ничего страшного. Я заново вызову его, и все. Дух не одноразовый, это вообще можно не переживать по этому поводу. А вот за Удверт я очень переживаю. Но мне важно для меня. Очень важный персонаж. Так. Спускаемся по камешкам. Можно убрать уже огонечки, наверное. Черт его знает, правда. Да ё-моё, что ты сделаешь-то, я не понимаю. Уйди от меня. Может убить? Нет, стражников вообще очень долго убиваются. Не понимаю, они что, такие сильные, что ли, до хера, а? Не знаю, блин. Их очень сложно убивать обычно. Птички, блин. Нет, здесь ничего, наверное, плавать нельзя в этих лодках. Это, блин, не предусмотрено. Надеюсь, ребята будут живы. Так, ну я выполнил, что ли, все задания. Все, то, что ты и дополнительно выполнил, вроде, да? Сейчас посмотрим. Убить в вашем городе, да? Вернуться к Габриэле. Просто буду письмо, убить Гая Марио, из Габриэлы. Если я хочу получить заработать премию, то убить его нужно в одном из городов, а не в Драконьем мосту и не на дороге. Ну, что я и сделал, в принципе.
Убил и подкинул записку. Думаю, что, в общем-то, блин, сейчас таракана убью. Так. Да уйди ты, что ли, ё-моё. Все, что ли, ёлопало? Да, можно телепортироваться. Итак, возвращаемся у нас к работодателю нашему. Да? Да или нет? Так, у нас сейчас куда надо? Вон туда, да? Вот, контракт убить. Да их нахрен контракт. Халявный, блин. Так, да, нам нужно вот сюда. И... блин, куда делать? Так, вот. Ну и... ты куда? Что я вообще никак не догоню? Теперь вот сюда, походу. Стоп. Теперь вон туда. Удалить. Теперь вот сюда. Ну вот. Я что-то тупить начал с этой карты, блин. Чего я торможу с этой карты? Это же все просто. Я вышел с время с карты проще получается. Что-то какие-то, блин. Хрен знает что. Что-то скачет по разным углам. Какая красавица, правда? Она слишком толстая, правда? Конь, лошадь владельца. Лошадь владельца. Это я так прописан, да? Если бы я написал по-английски, наверное, было бы лучше. Ты теперь так прописан. Лошадь владельца. Хер пойми что, да? Так, ну где мои друзья-то? Где бы они там окочурились? Это будет очень-очень плохо для меня. Ладно, черт с ними. Что сделано то, что сделано. Я не мог убить того противника по стелсу, потому что ему необходимо не один удар, а несколько. Поэтому как я смогу что-то сделать, когда ему там нужно убить его? Когда ему не один удар нужен. То есть, ну, если он вошел в какое-то здание, то может быть тогда, да. Но вряд ли он мог идти в какое-то здание. Наконец-то. Я с нетерпением ждала твоего возвращения. Да, я знаю. И Астрид тоже знает. Тебе удалось выполнить все условия и заслужить награду и подарок, о котором я говорил. Талисман Улавы, отлично. Но знай, что возникла более срочная проблема. Это Цицерон. Произошло несчастье. Иди в убежище, Астрид все объяснит. Окей. Пойду поболтаю с Цицероном. Попробуй расслабиться, Бизара. Дай эликсиру подействовать. Тебе скоро станет лучше. Вот и ты. Хорошо. Спасибо, тебе нужно это слышать. Дорогая. Вот ты и ты. Так хорошо. Добра. Тебе нужно это слышать. Боюсь, что причиненные шутом раны на теле так же плохи, как и на вид. Проклятие. Такого вообще не должно было произойти. Что за говно? Мы же были осторожны. Мы были осторожны и все же не досмотрели. А. Я китаец. Смотри, с рисковой мордой, китаец. Даже я не могу не согласиться. Я знаю, Марон мертв, но сейчас у нас другие проблемы. Дурак совсем сошел с ума. Он ранил Визару, попытался убить меня, а потом сбежал. Я знала, что этому психу нельзя доверять. Боюсь, так и есть. Цицерон закрутился, как смерч. И давай крушить все направо и налево. Было бы смешно, если бы он не пытался нас перебить. Не забудь о его бредовой проповеди про мать ночи, что, мол, она истинная глава темного братства, а Астрид всего лишь самозванка. Астрид всего лишь самозванка? Нам нужно решить эту проблему. Астрид всего лишь самозванка. Тебе так вот. Нужно решить эту проблему. Мне? Сама решать, что мне-то. Тебе нужно найти этого сумасшедшего и убить. Но сперва найди моего мужа. Убедись, что он в порядке. После нападения Арнбьорн был просто в ярости. Когда Цицерон бежал, Арнбьорн пошел за ним. Они исчезли в глуши. Обыщи комнату Цицерона. Может, там есть что-то, что подскажет нам, куда он направился. Если что-то найдешь, тут же сообщи. Мне нужно позаботиться о Визаре и успокоить остальных. Нас обманул дурак. И кто теперь дурак? Нас обманул дурак, и кто теперь дурак? Это вот, пожалуй, правильный вопрос. Так, точно не сюда нам. Что там за записка?
Ладно, неважно. Так. Нам вроде и не сюда, да? Нет, вот сюда. Что-то... А, вот его комната как раз. Короче, просто взять и все. Вот. Не буду читать, что там написано. Еще бы я книжки в Skyrim не стал читать. Так уж книжки не читаю, а в Skyrim буду книжки начитывать. Делать больше нихер, что ли. А, красотуля. Так, пошли на выход. Пошли опять докладываться. Как в армии, мать ваша. Удалось что-то найти. И что? Там написано, куда он мог сбежать. Посрать, он пошел. Убежище в Данстаре? Зачем? Ладно, неважно. Тебе пора идти. Живо. Каждая минута на счету, так что возьми моего коня. Его зовут Тенегриф. О-о-о! Тенегрифчик. Один из нас. Найди Арнбьорна. Убедись, что он в порядке. А потом отправь этого шута в пустоту. И поруби его на много кусочков за меня. Слушай, темное братство — это семья. Убежище — это семья. И мы всегда принимали тех, от кого отворачивалось общество. Вервольфов, магов, вечно десятилетних вампиров, да кого угодно. Честно говоря, редко мне попадался псих, который бы мне не нравился. Проблема Цицерона не в его безумии. Он привержен древним устаревшим обычаям. Пути Матери Ночи — это уже не наши пути. Он просто не мог смириться с этим. И теперь ему придется заплатить. Ладно, посмотрим, что там дальше будет. Так, давайте посмотрим, что у нас дали за амулетик нам. А, она же дала нам какой-то амулет. Так, давайте посмотрим в одежде, наверное, будет, скорее всего. Мак, нет, не то. Да, Беллы тоже не то. Талоса. Ботинки теней. Так же, так. Что-то непонятное, конечно, все. Так, нам ждали что-то интересное, правильно? Ведь амулет. Амулет Джулианас, наверное. Нет, это украдено вообще. Это тоже не то. Так. Ну это криком. И дальше вот всякие ботинки, всякая такая фигня, блин, бестолковая. Может, какой-то из камней, там, наверное, какой-то камень. Скорее всего, на какой-то камень нам дал. Давай смотрим. В разном. Безупречный, большой камень, великий камень, гранат, золотая, золотая. Так. Так. Метла. Вот метла-то нам как раз-таки и нужна. Такая необходимая штука. Так. Это тоже необходимое. Путеводная звезда Меридиана. А, это по квестовая штука. Так. Талисман Улава, вот он. Метлу, блин, с собой таскаю. Так, ну ладно, идемте-ка в Тенегрифчиком знакомиться. Это как раз тот самый конь, о котором я вам говорю, бессмертный коняш, которого мне потом позже отдадут. Сейчас посмотрим, насколько у нас задание. Есть ли у нас такие дополнительные там требования к этому заданию. Сейчас посмотрим, почитаем. О, да. Хорош, да? Красивый, правда? Смотрите, как у него глаза светятся. Тенегрифчик. Смотрите на его глазик. Это же просто круть, да? Он же весь пылает, дымится. Ну, всего, кстати, засрал немножко, но ничего страшного. Ехать на тенегрифчике. Прости, коняшка. Ты у нас хоть и платная, но тенегрифчик блатнее. Ты можешь постоять тут. Или сдохнуть. Тенегрифчик все равно не сдохнет. Классный конь, ничего не скажешь. Так, ну давайте посмотрим, куда нам нужно идти. И, во-первых, квест. Что заключается квест? Убить? Нет. Вот, найти. Пока меня не было, Цицерон помешал и пытался убить Астрид. Он сбежал из... Помешался. Он сбежал из убежища и Арнбьорн отправился за ним в погоню. Арнбьорн, да? Ну хорошо, давайте найдем. Итак, нам нужно идти куда? Тут, конечно, нет такого понятия, как искать, бегать по всей карте, как, скажем, в Ризане. Кто играл в Ризане, тот знает, наверное, что там...
Нет ни одной отметки даже добром на карте. Бегаешь просто так вот чисто на везение находишь все эти задания, квесты. Там все это очень сложно, но, наверное, в этом фишка той игры. Давайте найдем Эрнбьорна. Ладно, поскакали на поиски. Итак, куда же нам... самый зимний город у нас в Скайриме, тогда у нас Дан Старчик. Самый считается самым холодным и зимним городом. Ну, как город, так, небольшое местечко такое. Ну, как самым зимним, не сказать, ну, что-то есть не такое связано, что он холодный город на самом деле. Городочек, вернее. Так, что-то я как-то опять по-еврейски пошел, да, ну ладно. И вот наш фото, наше новое убежище. А, нет, это у нас, да, это наш... Надеюсь, он не сдох. Тут очень печально. Можно было догадаться, что Астрид пришлет тебя. С чем я тебе не нравлюсь-то? Правда, что ли? Что ж, маленький шут умеет ножиком махать. Ничего не скажешь. Но не волнуйся, я тоже не промах. Вон туда. В эту дверь. Там, похоже, какое-то старое убежище. Я бы пошел за ним, но я не знаю пароля. Ладно, я тебе верю. Да и вряд ли от меня было бы много проку. Этот сморчок меня здорово порезал. Но я его тоже порвал. Почти наверняка пробил артерию. Не знаю, что ты там найдешь, но можешь просто идти по кровавому следу. Так. Что есть величайшая иллюзия жизни? Хм, фокус, где женщины пополам разрежут. Счастливый брак. Мечты — это реальность, а реальность — это мечта. Нет. Добро пожаловать домой. Ну, конечно, вариант ответа очень забавный. Разрезанная женщина пополам. Иллюзия. На самом деле там две женщины. Если кто не знал. Либо многие знали. Ну, конечно же, все знали. Что это я? Тут... как капитан очевидность. Так, ну что, давайте посмотрим. Это у нас еще один убежище, еще одно убежище в Скайриме. Убежище темного братства. Давайте посмотрим новенькое убежище. Это ты? О, я знал, что ты придешь. Пошлите лучших, чтобы сокрушить лучших. Астрид знала, что ее глупый волк не убьет хитрого Цицерона. Нифига себе, сколько у него шапочка стоит. Халявная шапка, ничего не скажешь. Дешевая. 2000 за шапку его. Похоже, у него, у его шапки нехилый дамаг. Где-то какой-нибудь нехеровый. Так, кровавый след. Он идет туда, конечно. Ёлы-палы. Ай. Ай! Ау, блин, это было больно. Как-то я не успел полечиться. Так, ну вот мы и замочили того говнюка. Кстати, я вспомнил то, что можно призвать призрачного ассасина. Давайте призовем как раз его. Чтобы уж он тут с нами был заодно. Так, теперь берем стреляющую... Нет, стреляющий ракет вообще не то. Так, где у нас? Огненный шар, вот. Блин, теперь ты скачешь, мы лечились-то, я уже забыл. Нет. Так, лечение... Стреляющие руки, возможно. Так. Это, блин, это я кого-то буду лечить. Ладно, сейчас там мы разберемся, блин. Вот зараза, а. Вот я опять тупить начал. Так, значит, у нас был огненный шар. А во второй руке было... Вот, было быстрое лечение второй руки, отлично. Так, Асас. Но матери нужно кое-что еще. Ты убьешь хранителя? Или мне убить слышащего? Вот это уже безумие! Так. Отлично. 8 монет, так это вообще нужная вещь. Чувак, успокойся, не нервничай ты так. Все было так просто и наивно.
Так, что у нас тут есть? Наверное, какой-нибудь может что-нибудь изучить, наверное. Да. Стрельба повышается, а тут у нас что? Одноручная оружие повышается, отлично. Вот левел новый получили. Так, нажмем Tab, новый уровень. Магию. Что нам еще? Конечно же, магию. Так, что мы можем? Разрушение. Давайте попробуем разрушение. Что мы можем теперь изучить новенького? Мастер рун. Можете ставить руны. Да нет, мне это вообще не интересно. Так скучно, что просто умереть можно. Так, что у нас тут такое есть? Усиление пламени. Почему не могу качнуть усиление пламени? Вот не понимаю. Давайте восстановление прокачаем. Так, что у нас тут есть? Это у нас что, ученик школы восстановления? Что у нас такое дается? Школа восстановления уровня ученика восходит вдвое меньше магии. Давайте-ка. Пойдет. Так, идем дальше. Кровавый след идет отсюда. Ты еще здесь? А, конечно, Цицерон, он уважает способности слышащего. Но ты не можешь хоть немного помедленнее. Я уже не тот, что прежде. Ай-яй-яй-яй, не поймешь, кого стрелять-то. Вот в этого. Это рискнул нас. Точно, у моего маленький клинок. Что у вас за клинки-то вообще не пойму? Что это такое? Да стоит, ё-моё. Останки призрака. К сожалению, с него нельзя ничего взять, потому что если бы он каждый раз умирал и каждый раз с него брал бы, это было бы слишком густо, мне кажется. А что у нас тут? Кровавый след идет сюда, но там тоже есть какой-то ход. Давайте откроем его, что ли. Походу, он нам сократит путь. А, ну ясно. С другой стороны потом откроем. Понятно, значит, нужно придется идти здесь сначала. Прохладненько здесь, однако. Холодина. Тебе понравится. С самого начала в убежище этой части не было. Назовем это вынужденным расширением. Вынужденное расширение. Кто вынудил, спрашивается. О, просто зайди и увидишь. Ой, блин. Ну ладно. Цицерон он напал на эту шлюху. Ну что делать? Так. Быстрое лечение. Исцеление рук. Так. Не понял. Где? Сейчас. Так, дураку? Где у нас наш братюня? Он должен быть в... Все... Где? Вызов призрачного соседа. Ну, почему? Ну-ка. А, призыв призрака легендарного соседа Люсьена, который будет сражаться за вас. Люсьена Шансова зовут. Вот как его зовут. Прикольно, правда? Так, и когда будет сражаться? Пока будет побежден. Ну. Мать опозорена, я... Наверное, он пока отдыхает, спит пока что. Конечно. На тебе, в щи. Как хорошо, что у меня есть девка, она все время берет свой удар на себя, но правильно, более бронированная, однако же. Так, древняя норская стрела. Заберем ее. Что у нас там наверху-то может быть интереснее? Правда, нам не туда, нам нужно вон туда идти, но мы успеем туда сходить. Олень он замочил, тварюга. Сундук. Вынужденное расширение. Студент огненного шара. Интересно. Так, что он здесь? Козьёль забил. Бедный козлик. Ладно, туда уже пойдем позже. Теперь пошли по следу. Нам вообще куда нужно идти? Это вот сюда, наверное, да? Или отсюда мы пришли? Отсюда мы пришли, значит, нам нужно идти вот сюда. Так. Далеко ли нам еще топать-то, а? Так, идем. Что у нас тут? Врагов больше нет? Цицерон, как бы не так. Он думал, что почти уже мертв. Может, просто забудем об этом? Что было, то было, что скажешь. Так, что у нас за мечи-то? Двемерский меч. А, двемерский. А почему двемерский? Не знаю, с чего бы у них двемерские мечи. Осмотреть гроб.
окровавленные тряпки. Понятненько. Так, что здесь за гробы у нас, а? Гроб пусто, пусто. А, ой, трое! Стоп, погоди, нам нужно кое-что другое. Нам нужно не... А, огненный шар. Их же много там. Так, теперь возьмем опять огненную стрелу, потому что сейчас мы убьем нашу помощницу в итоге. Молодец, молодец. Уважуха и респект тебе. Так, что у нас тут? Должна в какой-нибудь по-любому что-нибудь... Вот, ящичек. Блин, сохранимся перед этим делом. Сундук мастера, это вам не в тапки срать. Сейчас нащупаем. Так, надо немножко повыше, наверное, сейчас посмотрим. Так, мне еще только ниже. Блин. Ну, это понятно, где все-таки мастерский замок. Блин! Перебор, перебор. Так, так, выше вот так вот. О, надо же. Итак, перчатки нам нахрен не нужны. Золото и массовый паралич. Что это такое? Все цели в области действия, у которых не сработало сопротивление, реализуется на 10 секунд. Возьмем. Все остальное туфта, да? Пошли. Дальше. Блин. Ох ты, хрена себе с двух ударов. Сейчас я ему всыплю, там засранцу всыплю. Ай, больно. Больно, 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 больно. Похилился. Лечись! Еще лечись! На тебе, зараза. О, да. Прости ты мимо. Но, в общем-то, за попытку тебе, так сказать, этот... Засчитаем за попытку, но мимо. Да эти вот призраки, не поймешь, почему бьешь. Ты же вроде как бьешь по воздуху, ёлопало. У них вообще есть оболочка-то, это тоже непонятно, конечно. Ну ладно. Если тебя это утешит, мне немного неловко из-за Визары. Тупой ящик просто попался под руку. Но прошу тебя, скажи, что этот неуклюжий пес истек кровью. Вот и кончается спектакль. Привет. Занавес. Я попался. Я сдаюсь. Чё ржать-то, ё-моё? Есть только одно лекарство, это твоего безумия, Цирон, это я. Пора тебе умереть, предатель. А-а-а, предпочитаешь слушать, да? Конечно, конечно, слышащий слышит. Шутка, смешная шутка, дошла? Вообще, жесткая шутка, чувак. Ты классно угораешь. Тогда послушай, не убивай меня. Сохрани жизнь бедному Цицерону. Я напал на шлюху Астрид, о да, я сделаю это снова. Все ради нашей матери. Вернись к этой самозванке, скажи, что я мертв. Скажи, что я задушен собственными кишками. Но соври, да, соври, соври и оставь мне жить. Выполнить Цицерона, убить Цицерона или покинуть убежище. Насколько мне известно, не убивать Цицерона — это гораздо более правильное решение, чем убить его. Вот. Потому-то я оставлю его в живых. Как это, как вам кажется, наверное, странным. Типа, ну, засранец просто решил нас обмануть, и лучше бы его... Делай, что хочешь. Цицерон уже не может драться. Вот. И вы, наверное, думаете, что засранец просто решил перехитрить меня, но нет, я все-таки решил его оставить в живых. Если уж случится чего-то, у меня всегда успеется его убить, поэтому я оставлю парня в живых. Вот. И посмотрим, что будет. Это гораздо интереснее будет, чем просто убить его. Это будет слишком скучно. Заговор гораздо интереснее. То есть обман, мы обманем тех. И вообще будет интересно. Я будет, думаю, будет более интересно, более загадочно. Так, ну здесь у нас одна туфта, да? Да, нам это не интересно. Так, идем на выход, да? Да, пошли на выход, я думаю.
позже осмотримся здесь максимально, то есть осмотрим каждый уголок. Это мы еще успеем сделать, всегда успеем. Здесь, я думаю, будет много интересненького. Вот. Бесплатного, интересного, в общем, халь. Скайрим, открывайся. Ну что ж, друзья, на этом с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, всем пока. Увидимся в следующих летсплеев. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. И до новых встреч, всем пока.